Гардемарины вперед! Под таким девизом сегодня был дан старт торжественного открытия второй смены профильных пришкольных лагерей. На июль развлекательно-оздоровительную путевку в мир детских приключений получили 85 подростков. Напомню, в Лабытнангах пришкольные площадки работают на базе трех образовательных учреждений – 5-й, 8-й школах и Центре технического творчества. В Лабытнангах продолжается лето, а вместе с ним и время летних каникул. Сегодня официально распахнули двери три профильных пришкольных лагеря. Торжественная церемония открытия второго сезона состоялась в Центре технического творчества. Тематика этой смены посвящена спортивно-патриотической игре «Гардемарины вперед». Она посвящена 300-летию победы русского флота под командованием Петра I. Вот дети в течение профильной смены будут у нас готовиться к смотру песни из строя эпохи Петра I, то есть атрибутика будет соответственно. Мы будем оценивать. Дальше у нас будет игра в полевых условиях, то есть мы будем выезжать на природу, и, соответственно, у нас будет определенное количество этапов, скажем так, спортивно-патриотическая игра «Гардемарины вперед», где они покажут все свои способности, а также все те знания, которые они вот в течение вот этих двух недель будут приобретать. И для нас самое главное еще, наверное, чтобы дети за эти две недели стали одним таким сплоченным коллективом, который вместе готов идти к победе и совершать большие дела. Совершать великие дела и благородные поступки, как оказалось, готовы все без исключения. Тем более, что навыки у ребят уже есть. Накануне мальчишки, девчонки оттачивали мастерство строевого шага, придумывали девизы и названия своим командам. У нас в школе был сумган, потому что мы очень готовились, хотели победить во всех конкурсах. Ну а какой девиз вашей команды? По всем галактикам летать, везде эпидемия оставлять. На протяжении месяца ребята будут совершать увлекательное виртуальное путешествие в эпоху Петра I. Вместе со своей командой «Солнечный остров» в этот увлекательный путь новых знаний отправился капитан Артем Краузе. У меня интерес понять, чего хотят дети в этом лагере, потому что я хочу сам пойти работать вожатым на следующую смену, на следующий год. И поэтому узнать, что нравится детям, чего они хотят. Удалось уже? Ну, в принципе, да. Ну, понятно, чего хотят дети. Там покататься, попинать мячик, порисовать. Но хочется сделать, чтобы им было еще интереснее здесь заниматься. Цели поставлены, задачи определены. Дело осталось за малым – реализовать задуманное в играх, конкурсах и смотрах. Тут в помощь воспитанникам профильных лагерей приходят их авторитетные вожатые. Если ты веселый и общительный вожатый, это несложно, потому что дети, они доверяют тебе, с ними просто общаться, они как-то сами идут на контакт, поэтому проблем особых не было. Ребята в ожидании главной игры сезона «Гардемарины вперед», ведь для них это возможность провести целый день на природе в состязательной борьбе за звание сильнейшей команды смены. А вот завоевать его удастся лишь самым достойным гардемаринам этого лета. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное».